А сейчас я буду делать обзор Zoologist макака. И прочту, значит, какие ноты. Top notes. Apple, red mandarin, cedar, то есть яблоко, красный мандарин и кедр. Потом heart notes, сердце, значит, galbanum, frankincense, jasmine tea, ylang ylang, and rosewood. Ну, в общем, galbanum, frankincense, жасминовый чай, который я люблю, и кое-кто знает об этом, Юлиана, это тебе. Ylang ylang и rosewood. Base note, базовые ноты. Cedar moss, green tea, white wood, musk. Кедровый мох, значит, опять же green tea, то есть зеленый чай. Ой, я вру, да, зеленый чай, белый ут и мускус. Так, и жидкость вот такого зеленого цвета, если видно. Значит, что я чувствую? Я сюда набрызгала. Вы знаете, раньше был парфюм Van Wert от Carvena. Вот мне чем-то он очень напоминает его. У меня его сейчас нет, но я знаю, вот это вот действительно какое-то разнотравье. Вот это вот кислинка. Интересно, здесь есть лимон или нет? Мне лимон чувствуется, хотя здесь написано, что красный мандарин. Ну, вот опять же, цитрусовые. Кедровый мох и зеленый чай. И жасминовый чай. То есть в базе зеленый чай, а в сердце жасминовый чай. То есть все на чаях. В общем, намешано очень всего много. Я не знаю, моя эта тема или не моя, потому что очень уж он остренький. А мне нужно такое какое-то вот такое женственное, расплывчатое. И, может быть, он даже больше подойдет. Вот в моем случае, мне кажется, что это надо рекомендовать мужчине. Ну, хотя кому как. Я знаю некоторых девушек, которые обожают пользоваться мужскими колоннами. Ну, как бы странно. Хотя ничего уже странного в этой жизни нет. В наше время люди меняют пол, в общем, ориентацию. И, в общем, все смешалось в доме Обломского. Поэтому каждый волен духариться тем, чем он желает, да? Вот. Кому это понравится, мне кажется, это понравится такому молодому мальчику, ну, такому, как сказать, я бы его назвала, весеннему мальчику, но вы меня поняли. Не дяденьки. И, в принципе, очень хорошее сочетание всего. Я еще пока не разобрала, будет от него шлейф или нет. Потому что здесь, да, а вот здесь я уже хожу больше, чем час с ним. Это вот с этой Nightingale. И мне нравится. Это, как сказать, моя история. Ну все, заканчиваю. Пока-пока.